Пандемия сегодня кажется уже далекой, но вирус по-прежнему с нами. А что нас ждет впереди в эпидемиологическом плане? Какими будут следующие волны заболеваемости и как к ним готовиться? Ответы на эти вопросы ищут участники европейского проекта. Ученые двух исследовательских институтов в Мюнхене и Аугсбурге с опорой на передовые технологии спешат понять о вирусах все. The next pandemic will come for sure, and it will most probably be another one that is transmitted by aerosols. And what we try now to set up is sentinels also to understand how viral particles are dispersed in room, in airplanes, in buses. So for the next pandemic, we do not want to shut down the life. Life should go on. Коронавирус стал причиной смерти без малого 7 миллионов человек, а переболели вирусом в той или иной форме свыше 770 миллионов. Институт экомедицины при центре Гельмгольца в Мюнхене получил высокотехнологичное оборудование благодаря европейскому проекту PerformReact. Его основная цель – раннее обнаружение процесса распространения болезней. There are certain groups of viruses, such as coronaviruses or flaviviruses, which are under very strict surveillance, and we now have the tools and also the communication platforms to be better prepared and be aware of these alarm bells which might ring. В распоряжении команды лаборатория третьего уровня биобезопасности с опечатанным входом, помещениями с отрицательным давлением и системой термической инактивации вирусов. Есть там и другие приборы, например, микроскоп, который используется для изучения вирусов на молекулярном уровне. So we are looking at whether SARS-CoV-2 can infect different cell types in different parts of these 3D cell system models. Результаты исследований, проводимые в Мюнхене, передаются в лабораторию университетской клиники Аугсбурга. Она также партнер проекта. Здесь изучают взаимодействие между различными вирусами, а также влияние изменения климата, пыльцы, загрязнения окружающей среды на их распространение. Общий бюджет проекта – 18,5 миллионов евро. PerformReact был полностью профинансирован по линии европейской политики сплочения. Исследования в этой области идут вперед семимильными шагами. Карин, к примеру, помогает робот. Он способен предсказать шансы развития у пациента тяжелой формы болезни. With this we can predict the course of the infection. So hopefully somewhere in the future, if you go to a test center and you get a positive test, you could already get this predictive test, and then they could send you to a doctor right away. They could send you to the hospital to get monitored to hopefully prevent a severe course.